Человек – свидетель мироздания, что природа думает о нас. Кажется, с бездной на свидание мы спешим, не оборвав рассказ про величие души поэта и про инженеров дивных слов. Но не нужно все природе это. Ей нужны лишь чувства и любовь, ощущения ствола и корня, кроны, прикасания тепла. И кричит румяная ворона: плохи отрешенные дела, если ты продал нас с потрохами птиц, траву и вольные цветы. И миры наполнены грехами. Карма, предстаешь пред нами ты.